Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сегодня будем квасить огурцы на зиму в собственном соку. Значит, что нам для этого нужно? Ну, это вот огурчики, которые мы будем закладывать в банку. Но они не обязательно должны быть мелкие. Когда я мариную, я выбираю прямо совсем малепусечки, корнишончики. А для этого они будут закрываться. Ну, я в 2-литровых банках буду, можно и 3-литровые банки, ну, смотря в зависимости у кого какое количество огурчиков. Вот, сейчас я обрежу им соцветия и хвостики, еще раз помою, вот, и это уже будет заготовка для закладки в банку. Так, также нам надо будет чесночок, вот я его уже начистила, ну, примерно 2-3 головочки чеснока. Зеленушка, здесь у меня листья смородины черной, именно черной, и классическая вишня, листочки. Не шпанки, ничего, а вот мелкая, как раньше была у бабушек, росла. Вишня вот такая, листочки от такой вишни. Значит, положу я один бараний рог, горький перчик. Ну, обычно я не кладу в огурцы, потому что я не люблю их сильно острые. Вот, ну, сегодня положим, чтобы для запаха. Вот, укропчик. Ну, укроп желательно, вот у меня нету молодого, ну, желательно помоложе. Вот, ну, ничего, сейчас я его помельче порежу, потому что вот эти вот уже сильно перерос он и плохо будет в блендере взбиваться, потому что мы будем взбивать это все в блендере. Ну, хреновые листочки. Вот, и обязательно я кладу тархун. Вот, тархун тоже сейчас вот отделю, такие молоденькие возьму или просто листочки, потому что он уже тоже начинает деревенеть. Вот уже август месяц, конечно, все это начинает готовиться к зиме, поэтому трудно будет бить в блендере. Ну и самое основное, это вот огурцы, которые, как я называю, не кондиция. Вот это вот все большие огурцы, которые у меня получились на грядке, переросли. Вот их мы сейчас порежем и собьем блендером. Когда будем взбивать огурчики, будем понемножку добавлять зеленушки, чтобы блендеру было не тяжело все это хорошо перемешать. Ну, сейчас буду делать. Вот, и надо его, вот мы сейчас собьем в блендере, посолим и поставим, чтобы оно немножко постояло, соль разошлась хорошо в огурчиках. А в это время будем мыть огурцы, которые будем закладывать. Ну, сейчас буду делать, снимать и вам все показывать. Ну, вот я нарезала огурчики. Тут красоты особо не надо, потому что будем взбивать, ну, лишь бы в блендер. Вот, смотря у кого какой блендер, я не хочу большой доставать, буду на маленьком делать. Вот, и нарезала вот чашку всей этой зеленушки. Ну, правда, не весь пучок положила тархунчика, но очень много. Я люблю, когда огурцы в тархуне, он придает им твердости вместо дубовых листочков. Ну, сейчас будем взбивать в блендере, как я и говорила, что немножко огурцов и добавляем туда зеленушку, чтобы, ну, вот оно жидкое будет и блендеру будет легче взбиваться. Сейчас буду взбивать. Ну, вот получается вот такая у нас смесь. Тут вот и чесночок не забываем класть, чтобы он тоже взбивался. Вот. Ну, обязательно нужно мерить, сколько у вас получится вот этой смеси, потому что от этой смеси будем класть соль на это количество. Ну, вот так вот я взбиваю в блендере. Он у меня небольшой. Вот я перекладываю чесночок, огурчики и зеленушечку. И взбиваю. У меня было 5 килограмм огурцов. Ну, сейчас вот посмотрим. Уже литр я набила вот этой смеси. Ну вот, перебила я все огурчики и зеленушку. Вот, и, значит, получилось у меня 6 литровых кружек. Значит, на каждую кружку мы кладем 80 грамм соли. Вот я отмерила 480 грамм соли. И высыпаем, и хорошо размешиваем. Нам нужно, чтобы оно это все настоялось как следует. Соли это немного, потому что огурцы должны просолиться, и плюс сама эта смесь. Вот, все это перемешиваем, закрываем крышкой и так вот периодически будем мешать, чтобы соль хорошо разошлась, а в это время приготовим банки и огурчики перемоем, обрежем им хвостики,
вот, которые будем закладывать в банку. Ну вот, я пересортировала свои огурчики. Это вот, которые я буду сейчас заливать этим смесью, которую мы приготавливали. Вот это двухлитровый, это вот помельче. Это будет второй слой. Вот, а это вот большие совсем отобрала. Это я сделаю в трехлитровых баллонах под капронной крышкой и залью холодной водой. Ну, сейчас будем раскладывать в банке. Я взяла пока 4 двухлитровые банки. На дно понемножку налила вот этой нашей смеси. И теперь сейчас буду укладывать огурчики. Ну, вот так вот я их поставила, уложила. Вот они, получается, что дно заполнено. А это я уже начала заливать. Вот как следует надо протрусить эти банки, чтобы жидкость везде попала и закрыла огурчики. Если вот сейчас вот тут получается немножко воздуха, ну ничего, вот так вот их хорошо протрусить. Вот, и эта жидкость хорошо распределится. Ну вот сейчас долью еще вот эти две банки. Ну вот, уложила я все эти огурчики. Вот у меня получилось вот так вот. Значит, на каждое, на сколько литров, столько одну таблеточку на литр ацетилсалициловой кислоты. То есть по 2 таблеточки сейчас положим на эти двухлитровые банки. Значит, заливаем, доливаем смесью этой, закрываем капроновыми крышками и в подвал. Вот, кто будет делать в квартирах, ну, не знаю, обязательно, и даже в подвале у меня есть такие вот пластмассовые поддонцы, вот, мы их ставим, потому что они начнут сейчас закисать, бродить, и, то есть, они будут, ну, как бы, жидкости будет выливаться, поэтому обязательно нужно что-то подставлять. Ну, вот такие вот у меня, сейчас я доложу и покажу вам. Ну, вот, все, я долила все баночки, еще 1,5-литровую доложила. Вот, и у меня осталось вот 2 литра вот этой смеси. Я ее сейчас закрою и поставлю в холодильник. Завтра соберу еще огурчики и еще закрою несколько баночек. Вот, ну, крышки лучше использовать вот такие, которые надо в горячей воде, и чтобы они плотненько закрывались. Крышки, они очень плотно, они сейчас остынут и хорошо закупорят. Ну, еще одну мне нужно крышечку. Вот такие у меня получились огурчики. Спасибо за внимание. Заходите на мой канал, подписывайтесь. И да, с вами Марина Матвеева.